Всем доброго времени суток. Сегодня уже у меня третий день пошел, как я съемник делаю, шрусь снять. И возникла вчера еще проблема такая, просверлить дырки в губках съемника. Помучился я, короче. Вчера отпускал металл этот, этим, как его зовут, газовой грелкой. Вон она стоит, баллон наш. Слабо видно, отпустилась, только нагрелась так, ну не до красна. Занес я их в хату, кинул котел паровый, там горел брикет, дрова, брикет торфяный. Короче, разогрел их до красна, положил отпускаться. И после того, как они отпустились, не знаю, наверное, еще труднее стало этот металл сверлить. Что за сталь такая, не знаю, не разбираюсь, не скажу. Ну вот это вот сверло, остаток таки, видно, его слезало сверху, у дрели проворачивалась. Марка стали не видно. Ну скажу тогда, написано А1Р6М5К5 на сверле, лазером он, гравировочка такая. Короче, просверлил я этим вот куском, этим R6M5K5, просверлил дырки, все-таки отверстие просверлил, потом стал рассверливать этим вот обычным, наверное, миллиметра 3 взяло, и все, далее не идет, видно, уже как не точил его я по-хитрому, и угол сильный делал, все равно не шло. Такие вот, короче, ломится оно, закругливается, но стали эту грызть не хочет. Что за сталь такая, я не знаю. Все, наверное, можно с самой сверла сделать. Видно, структура такая меленькая-меленькая. Это вот вырезал да отбивал стамеской кусок. Отломался. Сталь, хорошая сталь. Очень-очень хорошая сталь. Надо с этой стали попробовать стамески делать с ножами. Ну, ножи не знаю, это не моя тема. Вот стамески мне надо были. И дерево точить. Да можно даже и отрезный резец сделать, если что, на станке на токарном резать. Как раз по высоте его 2 сантиметра. Болгаркой снял, заточил, будет отрезный резец. То, что не знаю, что за сталь, но я даже не беру вот это R6M5. А чем я проделал эти отверстия, стал перебирать, тут у меня столько сверзел разных. И это... Вот сверло звонкое. Стал, короче, перебирать сверлы все свои. И нашел сверло. Сейчас покажу. Сверло по бетону я покупал. Коротенькое такое. Какое-то немецкое. И тут победитовые напайки. И вот эти победитовые напайки я заточил по-хитрому. Не так, как бетон сверлить, они прямым конусом идут. Это две грани режущие, а заточил на алмазе, чтобы такие вот грани были цепляющие по ходу движения, как сверлить. Просверлил вот все два отверстия там, можно было и сразу им сверлить, как знал. Это просверлил, и получается, что опять заточил, и вот сверлю уже без предварительного просверливания тонким тем. Сразу сверлю это отверстие такое вот. Это на 10 походу получается. Ну, где-то тут линейка сейчас. Хотел на 12 просверлить под большие болты. Даже. Ну да, на 10. Хотел под 12, чтобы большие болты запхнуть. Но не получится. Думаю, таких хватит. Вот, а сегодня уже досверлю это отверстие. Да можно будет снимать уже и шрус. Покажу сейчас, как сверлить. Это вот обычное сверло по бетону, заточенное такими режущими кромками, чтобы металл брало. Наша заготовочка. Чуть поближе поставим. Ой, емкость с водой рядом, охлаждаем. Будем смотреть, как пилить. Видно? Сюда вот край сдвину, так, все.
воды туда капну. Стружка, видно, мелкая-мелкая стружка получается у нас. Но отверстие уверенное дело, уже миллиметров 7 где-то. Плюс еще внутрь конус. Заготовку мочу. О, видно, сейчас продолжаем сверлить. Но по сравнению с разными этими, все-таки сверлить. Так что сталь эта можно сверлить победитовыми сверлами по бетону. Работаем далее. Начинаю парить и охлаждаю. Весом налегаю, уже подзамучился. Это уже третье отверстие. Но полчаса их роблю даже более. Так, чуть под углом пошло. Ну ничего, главное болт, чтобы пролез.
показав, яка стружка много була. Ну вже отверстие видно. При конце вже сталося міліметра два, наверное. Со второй стороны уже бугорок показал. Сейчас пробьем уже. Сверлю я его такой дрелью 980 ватт, 16 миллиметров максимально сверло, 1200 оборотов, малооборотец-то, какая-то польская Ерман. Короче, я когда ее месил бетон этой дрелью и миксер стоял больших, добивал цемент, оббил, положил, утром беру месить бетон опять, не бетон, а клей я месил для блока. Короче, стал, хлоп, а она буксовать стала. Это забрало, там такая шестеренка круглая, и вал, так на валу откололась часть, что подшипник стоит. Игольчатый там. И вот эту, можно сказать, даже не шестеренку, а сам вал этот нигде найти не смог. У нас тут негде взять. Это чтобы в Минск поехал, там на барахолке, может, и выбрал что. Я, короче, засверлил у той валу в самом этом дырочку и вставить туда опять же шток 5-миллиметровый с этого, с форсунки, с иголки, со старой какой-то тракторной ставлю, ну что-то она крутится с какими-то щелчками, может уже выскочила, ну я там на горячую сажал, сильно так подбил с форсунки шток этот, чтобы выступал, может троху не центрованный. Ну надо по крайней мере этого поеду так купить надо будет, подобрать этот шток, чтобы подошел под шестеренку, под эту дрель такая неплохая уже, я ее и мед катал, медогонку крутил, и это раньше, когда не было медогонки электрической у меня, и мед катал, и сверлил, и мешал. Дрель крепкая, она малооборотистая, когда заедает сверло, закусывая, то аж руки вырывая. Кажется, всего 980 ватт, но двигатель тут мощный стоит. Вот я просверлил губку эту. Так, побачим, что вышло. Еще одно отверстие надо отмыть. Сейчас высуну болт длинный. Положим, проверим. Так. У нас получается. Вот. Становится. Там видно он болт. Здесь отверстие на 12 в этих вот плечиках, а это отверстие на 10 получается. Хотел рассверлить на 12, но поглядел, что такая ерунда. Этим сверлом не взять эту сталюгу, так сверлить и не буду уже. Пролазить болты, да и пролазить. Да, хотел показать, чем эту сталь я сверлю. Чем вообще можно сталь просверлить крепкую, если нема под рукой сверлил.
сталь победит, там сверлить. Сейчас мы проделаем отверстие. Найду болты подлиннее. То, что это просто для направляющей поставил. Вот это болт уже будет тут стационарно стоять у меня. Это что я подложил под низ в качестве подложки. Еще такого найду, болтов мне хватает. Наверное, 30 килограмм разных лежит. Так что найдем болта. И можно будет уже это дело зажимать на шрусы и снимать. Этим съемником можно станка шрусы снимать. Если бы они там были полуоси вытаскивать. Еще так вот поглядел, я говорю, прессик с этого сделать. Можно потом в будущем применять в качестве пресадок. Даже не надо тут гайки какие-то подлаживать, додержать. А вот в эти губки зажал гайку с направляющей, да и тиски готовые. Гайку зажал большую, болт. Болт это. Ну, болт будет вкручиваться, и такие вот тиски будут. А на низу тут выпрессовывать что? Или подложить еще площадку ровно. Ладно, буду заканчивать это видео. Хотел показать, чем сталюгу можно просверлить. Вторую дырку уже не буду показывать, а сверлю. Но все-таки можно пробить. Ну такая сталь, что можно съесть омески и ножи забить. И все остальное. Ладно, всем удачи, до свидания.